Итак, приветствую всех заглянувших. У нас уже вечер, выходные прошли просто незаметно, как вы догадались по заставке. У нас был большой праздник в семье, отмечали день рождения мамы. Ну вот для мамы это точно был праздник, потому что она в этот раз не хлопотала, никого не обслуживала, никому не прислуживала, а просто спокойно сидела. Прям такая королевишна, королева праздника. Настоящий праздник, женский праздник, да, когда не нужно хлопотать. Ну, конечно, обстоятельства немножко драматические, потому что она повредила ногу, если память мне не изменяет, в начале этого года, и нога еще до конца не восстановилась, именно поэтому она не могла полноценно функционировать, бегать там, убирать, подбирать, подтирать, подносить, уносить. Поэтому можно сказать, да, это грустно, это минус, все беспокоились, переживали по этой теме, когда это все произошло. Ну вот сейчас, смотрите, такой большой плюс, да, можно действительно расслабиться и получать удовольствие, и наслаждаться своим праздником, а не бегать со всякими тарелочками, кастрюлечками. Так, что у нас? У нас жара, как видите, я вся блещу, не знаю, видите или нет. А волосы просто сходят с ума от влажности, жарко, влажно. В общем, сезон дождей начался. Я уже не знаю, как их укрощать. Вообще они у меня вьющиеся. Я думала, ну раз они не поддаются выпрямлению уже, то есть выпрямляешь плойкой, выходишь на улицу, и они закручиваются, то я подумала, может быть, как-то оформить локоны. Купила вот, кстати, вот такую штуку для... Ну, в общем, какая-то эссенция для локонов, для кудряшек, чтобы они как-то... лежали, да, держали форму, лучше лежали, но что-то как-то не лежат, не лежат. Хотя штука прикольная, ее можно, в принципе, вообще использовать для фиксации волос. Такой крем, фиксирующий крем, беленький. Вот так вот. Короче, эта затея была моей надеждой, я думала, это меня спасет, но по итогу нет. Итак, что я хочу вам показать. Сейчас у меня есть чашечка кофе, это во-первых. А во-вторых, есть вот такие вот классные, прикольные, назовем их так, корейские пирожные, пирожки. Вот такой вот еще есть. Это, значит, такие сладости. Из чего вы думаете, как вы думаете, из чего эти сладости? Вот этот такой миленький с цветочком. Это у нас на белом фоне, может, лучше смотрится. Из риса, да. Вот такая вот неожиданность. Вы ели когда-нибудь сладости из риса? Рисовое пирожное или рисовый пирожок? Вот это он. Я уже перепробовала. Но у меня тут целый пакет, на самом деле. Это вчера мне с собой дали, потому что я, как всегда, плохо ела. А там все строго наблюдают, чтобы ты кушала хорошо и много. Если ты плохо ешь, все начинают беспокоиться, переживать. Вот, и снабдили с тобой вот этими сладостями, все знают, что я люблю сладкое. Это вот такой тоже интересненький пирожок, тоже из риса, сверху посыпан, как вы думаете, чем? Что такое красненькое? Это сверху фасоль, красная фасоль. Есть вот такой вот еще, тоже рисовый. В серединке, ну, по вкусу это напоминает перетертые сухофрукты какие-то. Очень вкусно. Но вот это мне понравилось больше всего. Сейчас мы его и будем дегустировать. Я покажу, что он из себя представляет внутри. Также обсудим планы на месяц. Вот что я думаю. Хотя, знаете, этот месяц прям как-то стремительно стартовал. Я не успеваю считать дни. Вот такой вот блестященький. Посерединке из какого-то фруктика вырезан цветочек, вставлен орешек. Кусаем. Так, я не специально чавкаю. Он просто такой жевательный и липнет к зубам. И ты поневоле как бы чавкаешь. Внутри, что вы думаете? Сладкая бобовая паста. Ну, в смысле, из вареной фасоли. Из темной вареной фасоли. Вот такая вот паста. Если бы мне кто-то раньше сказал, что я что-то подобное буду есть, я бы очень удивилась. Впервые я попробовала
назовем это десерт с вот этой пастой на автобусной станции, когда сюда впервые прилетела, чтобы добраться от аэропорта до нашего города, где мы проживаем, нужно как бы сначала на автобусе ехать. И в пути автобус останавливается, ну не то чтобы на станциях, а вот ну, такие места для остановки, в общем. Это был такой небольшой какой-то рыночек с небольшими магазинчиками, лавками закусочными. И муж, тогда еще не муж, а мой парень, а теперь муж, купил что-то, что с виду очень напоминало наши орешки. Знаете, такие орешки? Ну, я думаю, знаете. И, естественно, я губу раскатала, я думала, боже, это орешки. А внутри оказалась вот эта бобовая паста, и на тот момент я ее не готова была есть. К тому же она была очень горячая, но вот они только были только что приготовлены, такие с пылу с жару, и она буквально как лава, как крокотала, так дышала, понимаете, начинка дышала. Она была очень горячая, боже, волосы выпал. И запах сильный был, вот этот фасолевый, и я просто не смогла это есть. А вот в охлажденном виде потрясающе. Как я поняла, бывают разные виды вот этой вот штуки, потому что вот это вот прям такая нежнятина-нежнятина. Вот это вот потверже тянется за зубами, немножко надо челюстями поработать, а вот это прям можно губами есть. Вкусняшка. Еще вот этот понравился, не знаю, стоит ли его надкусывать или нет. Это тоже очень мягкий, без начинки, хотя я думала, что он будет с начинкой. Рисовый, в общем, такой воздушный и тоже немножко тягучий. Итак, что еще хотела рассказать? Рассказать хотела про свои огородные дела. Покажу уже завтра, потому что за окном темно, там нечего снимать в темноте. Все у меня повсходило, то есть все вот эти дешевенькие семена из магазина, который, ну типа нашего Фикспрайс, все повсходили. Мята перечная, мята лимонная, укроп, подсолнухи, салат латук. Очень мы удачно пересадили розу. Муж купил в магазине розу, принес, и она у нас на глазах буквально сдохла. Вот просто облезла чуть ли не до самых корней, превратилась в какой-то столбик иссушенный. И что вы думаете, мы пересадили ее на улицу в не самые классные условия, то есть там то дождь хреначит, то солнце нещадно палит. И она так начала разрастаться, эта роза, то есть оказалось, что сорт выведен, видимо, с учетом всех климатических особенностей этой зоны, и ей там хорошо на улице. А вот дома она у нас стояла, ну помните, когда я только-только приехала и сидела еще на изоляции, в кадрах мелькал вот этот горшок с розой, дома она просто у нас загнулась. А на улице вообще ей все пофигу, она там воткнули, и она разрастается. Единственное, что муж воткнул близко к бортику контейнера, в который он ее посадил, и она растет криво в одну сторону. Чуть попозже нужно будет пересадить, чтобы все-таки куст ровно рос. Вот, и там уже бутончики завязались. Это удивительно, потому что те бутоны она скинула, практически они даже не раскрылись, они засохли, и она их сбросила. Вот еще вот такой вот купили мы недавно штучку. Это томаты черри для выращивания, ну, типа дома на подоконнике. Вот такой вот набор. Горшочек с поддоном и семена. Ну, поскольку семена реально зарекомендовали себя очень хорошо, чуть ли там не стопроцентная всхожесть, то думаю, вырастить томаты на подоконнике у меня тоже получится. Ой, уронила камеру. Там просто кто-то скребется. Сейчас мы смотрим. Заходи.
Это крокозябрик мой скребется. Да, иди поздоровайся. Иди поздоровайся. Так, ну вот это вот, это прям отдельная история. Чем хорошо, тем, что вот эти штучки, они обильно посыпаны орешками, какими-то вкуснющими сушеными фруктами, семечками. Но это вот, не знаю, видно или видно, это не перемолотый вот этот, не знаю, как он, не из муки, короче, не из рисовой муки, а это прям рисинки тут. Как слепленный руками просто комок клейкого риса с привкусом кунжутного масла, отчего он коричневый, я не знаю. Слегка сладковатое, ну, короче, это почти не сладкое. Вот это, по-моему, самая невкусная штука. С одной стороны, вот эти вот, они больше всего посыпаны всякими орешками и вкусняшками. Оно какое-то, нет, не совсем соленое, не совсем сладкое. И с привкусом кунжутного масла, что для десерта как бы странно. Даже не в десертах, его не все бы смогли кушать, это кунжутное масло. Я когда впервые попробовала что-то, то ли суп это был с добавлением кунжутного масла. В России еще муж мне готовил его на завтрак, кажется, да. Он меня так на работу собирал, чтобы я плотно покушала, поэтому меня не удивляйте, что на завтрак именно суп был. Вот, и просто у меня было какое-то полное к нему отторжение, а сейчас я очень лояльно к нему отношусь, в принципе, уже свыклась и даже нахожу этот вкус интересным, приятным и так далее. Ой, захотелось откинуться. Ой. Захотелось откинуться, такая, знаете, фраза немножко двусмысленная. Захотелось откинуться. Так. Там, на самом деле, уже за дверью очередь выстроилась. У нас брат гостит в выходные, и это, типа, мое личное пространство. Но когда он приезжает, он здесь отдыхает, это его как бы типа комната, спит в основном. Вчера пришел домой через окно. Сначала вот мой муж, кстати, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься, стал очень занудный. То есть от меня, видимо, добрался, там стал получать, там много не пей, допоздна не гуляй. И вот он как мамочка вчера встревожился и начал обрывать телефон ему, братику своему, звонить, названивать, где ты. А этот, естественно, ну, затусил, дело-то молодое, чего нет. Хотя у них разница в возрасте крайне незначительная. Моему мужу под 40, ну и этому детенышу под 40 тоже. Он не женат у нас. Вот, и он затусил, и где-то половина четвертого, чтобы нас не будить, так сказать, не выслушивать нотации брата старшего, он, значит, через окно пробрался сюда и улегся спать. Вот такой вот, как говорится, первые 40 лет детства для мужчины самые тяжелые. Вот так вот. Мой бы тоже, наверное, такую жизнь вел, если бы не я. Хотя, может быть, это и круто, весело, что это за нудство, какая-то семейная жизнь, может быть, так классно, я не знаю. Короче, это вкусовщина, кому как нравится. Итак, что про планы на этот месяц? Зачистила я весь свой ютубчик, удалила все, что больше не хочу смотреть, что мне не нравится. Начала я, по-моему, еще в мае это делать, да. То есть там прям есть не только, знаете, отписаться от канала, а больше не показывайте, не рекомендовать эти видео и так далее. Там есть еще вот такие вот, если на три точки зайти, там нажать, если вам какие-то видео выскакивают в рекомендациях, от них можно как-то, ну, защититься, скажем так, чтобы больше действительно вам их не рекомендовали, не показывали. И вот от некоторых каналов я отписалась и сделала так, чтобы и в рекомендациях желательно больше не показывали мне их. Конечно, это не 100% способ, все равно время от времени проскакивает, но в основном нет. Теперь, то есть, лента состоит полностью из того, что мне нужно, важно и интересно, приятно. И, ну, почистила, чтобы не было вот этого, знаете, встаешь с утра, мы сейчас все интернет-зависимые, и очень много времени тратишь на это.
я решила оставить для себя такое прям самое-самое важное, самое интересное. От некоторых отписалась просто потому, что ну все как бы для меня там все исчерпано. Вот, может быть, когда-то вернусь к просмотру этих видео, но пока вот неинтересно больше, больше неинтересно. И на удивление высвободилось, появилось больше времени, больше свободного времени, меньше залипания в интернете. В основном на постоянной основе просматриваю видео только двух блогеров и все. И то одного сейчас перестала досматривать до конца. Ну, в смысле, я включаю его, когда спать ложусь, и иногда, не досматривая до конца, засыпаю автоматически. Вот. Что хотелось? Хотелось бы в этом месяце сделать себе вызов и максимально продуктивно его прожить. Не потому что какая-то нужда, необходимость, а просто, поиграть со своей жизнью, что наша жизнь игра, да? Поэтому решила вот сделать себе какие-то вызовы в этом месяце и заняться всякими разными делами, до которых до этого не доходили руки, либо же я делала как-то это не на все 100%. Вот хочу в этом месяце на все 100% отработать, просто сама себе такую цель ставлю, не ради чего-то, просто такая цель на месяц. Просто так себя развлечь, почему нет, как говорится, и в этом есть определенный азарт, и результат-то, конечно, будет. Вот, поэтому такие планы. А по поводу документов, все оформили, заявки подали, все хорошо, проживание продляют, и вообще беспокоиться не о чем, все. Живи, как говорится, наслаждайся, люби, трудись. Строй планы, и, в общем, все можно. Так, что я там? Ого, сколько времени. Ладно, буду освобождать комнату, а то, может, наш гуляка спать хочет, ему завтра уже на работу надо. Что он тут делает-то вообще у нас? Он раньше жил здесь, это вообще их родной город, почти, да? Они живут тут, по-моему, муж первый класс ходил, когда они сюда переехали. Практически всю сознательную жизнь они жили здесь. Но потом по работе брат переехал в другой город, и вот там он теперь живет. А сюда приезжает только к друзьям потусить. И родственники тут недалеко живут. Если какие-то праздники, он тоже приезжает, у нас остается ночевать. Вот. Было бы хорошо, конечно, найти работу в этом городе и быть поближе, чтобы они ближе общались, чтобы не теряли связь, не теряли контакт, потому что, они друг у друга такие самые-самые близкие люди. Конечно, родственников у нас очень много, но это, как говорится, там двоюродные, троюродные, семиюродные, пятиюродные и так далее. А вот прям родной мамы, родного папы, конечно, жаловаться грех, вся семья очень хорошая, все родственники, с которыми довелось как-то проконтактировать, все прекрасные люди. В принципе, аура очень хорошая, доброжелательная в семье. Тут грех жаловаться, но все равно, получается, они друг для друга самые близкие люди. Также у них была сестра, но, к сожалению, ее уже нет в этом мире. И сейчас мы в таком составе, как два брата и сестра. То есть я в какой-то степени, можно сказать, заняла ее место, заняла эту нишу. И в целом, конечно, очень такая хорошая, светлая атмосфера у нас сейчас в семье, и это очень приятно. И хотелось бы, конечно, больше времени вместе проводить и не терять связь, быть ближе друг к другу и поддерживать вот эти семейные узы. Потому что для меня эта тема больная. Что касается моей семьи, там у нас, конечно, жуткие несрастухи. Когда мамы не стало, то и не стало вообще какого-то условного даже понятия семьи и дома. То есть все рухнуло. Оно и до этого на соплях держалось, а после ее ухода из жизни вообще просто чувство тотального одиночества, как говорится, и ненужности. Поэтому я сейчас очень довольна тем фактом, что у меня есть семья.
Итак, всем огромное спасибо за внимание. Отдыхайте, вам хорошего дня, хорошего вечера. Всех люблю, целую и пока-пока. И да, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.